А это у нас сладкая парочка. Это у нас девочка Ирма, которую нам привезли с улицы. Она в нашем приюте уже живет более 7 лет. Она, конечно, в возрасте. Вот эту собачку стреляли на улице, и, видимо, пуля попала в небо. Мы ее возили в Иваново. Операция шла 5 часов. И смотрите, как кобелек ее огораживает. Вот понимаете, вот до такой степени они... Ну, будем так говорить, вписались, она стерилизованная, да, а орган, мы его так назвали, черный орган у нас, да, кобелек, его тоже выкинули, даже не выкинули, его привязали на ошейнике к воротам приюта, когда были морозы еще. Он у нас где-то живет, наверное, более 4 лет. И оставили.